дорога в Казбеке, да? Это дорога в Казбеке. Если хочешь видеть, вон там Казбек. Вон его, где пушка одна и вторая. Вон да, она. Да, да, да. Видишь, да, что появился? Две пушки, одна левая и правая. Ага. Это на машине сколько примерно? Хорошо, я в воздухе. Да. Хорошо, я на СМС-очке сейчас. Я сейчас слетаю с девочкой, планирую слетать на панораму, наверное. Сейчас спрошу у нее, как она захочет. И потом будем двигаться вниз потихоньку, а то замерзну. Все, пока-пока. А что с ней? Во льду. Ну, понятно, лед. Потому что холодно, Сергей Николаевич, поэтому во льду. А, водой. А вы на маленьком ехали, на большом? О, выезжать будет тяжело. Включено, да. Этот самый же включил, вы же видели. Даниэль, а выключить теперь нельзя, надо залазить в машину. Ладно, давайте потом поговорим. Выключилось, да? Не, это потому что лок, он не включил лок. Вот, все, как бы не заблокировал, но мосты подключены. Говорю, как есть. Давайте, пока-пока. Вот так и летаем. Не замерзла? Руки. Нет, только что? Руки. Смотри, у меня план такой. Ага. Мы сейчас с тобой пойдем так, потом перейдем через ущелье. Вот. Ну, если хочешь, по лунке переходить. Да. Просто это красиво будет. Хорошо. Туда, потом по низам, крапаться назад. Все на твое усмотрение. Лучше через каньон. Достаточно редкий полет через каньон, поэтому это будет круто. Держи вот так. Что было видно. Аккуратно. Вот так. Все. Возможность подреться. Я тебе потом передам камеру.
с мотором я тоже турбуленции люблю как бы использовать. Ну, лично бензин не тратишь, понимаешь? Зашел в турбуленцию, раз набрал высоты в потоке восходящем. Чтоб ты понимала, за этим хребтом уже нужно с этим. За высоким готово, да? Ну, я просто рядом. Вот этот, который? Рядом, уже ходится за всем. То есть по карте глянешь, по гуглу. Скала впереди нас. Да. Без снега скала, она нагревается. Участок земли. Через этот, вот этот. Да, а снег отражает. Солнечный. Темный участок чувствует солнечный. То есть они просто так сюда лечат. Начинаешь чувствовать. Да. Я не хочу этого делать, но просто черкнем немножко здесь и назад. Дорогу пересыпало всю. Деревья поломало. Все лето потом на шашлыки ездили вниз. Дров было столько, что люди все, короче, удовольствие получат. Так ты зимой и летом здесь? Да, мы круглый год здесь. А, я думал, сезон. Это семья.